Уфимский Башкомснабанк в новом году переименуют в Роскомснабанк. ЦБ и Минюст России уже согласовали новое фирменное название кредитной организации. Планируется, что полный ребрендинг банка произойдет не раньше весны, после прохождения ряда необходимых процедур. Напомню, решение о переименовании Башкомснабанка в Роскомснабанк принято его акционерами на внеочередном собрании 26 октября этого года. Необходимость ребрендинга в финансовом учреждении объясняют тем, что банк активно расширяет географию своего присутствия, разрабатываются новые продукты, в том числе для клиентов из других регионов. После переименования с Башкомснабанка на Роскомснабанк мы будем представлять свои услуги не только в Башкортостане, а более активно будем продвигать свои финансовые сервисы, финансовые услуги во всех регионах России. Это и Алтай, это и Москва, это и Санкт-Петербург, это любая точка Российской Федерации. Все должно соответствовать имени и целям. Башкомснабанк в этом году увеличил свой капитал, поэтому главное значение, которое определяет тренд банка, положительный. И в этом году процент на 20 мы увеличили свой капитал. Председатель Башкомснабанка выразил уверенность, что и в следующем году уже под новым именем банк будет успешно выполнять все свои финансовые обязательства. Центральный офис кредитной организации находится в Уфе. Работают 19 дополнительных офисов по всему Башкортостану.